Ага, окей, вижу, что слышно. Хорошо. Ну что ж, будем начинать. Я приветствую вас, хоть уже время и позднее, но, очевидно, все заняты и есть возможность пообщаться позже, ну и отлично. Меня зовут Леонид Бекер, я живу и работаю в Соединенных Штатах. Сейчас я нахожусь в Киеве, и я смотрю, что мы здесь все, в общем-то, украинцы, больше здесь никого нет, что меня очень радует. Так, хорошо. Ну что ж, и звук, и видео, все, хорошо. Итак, речь пойдет сегодня о системе автоматизации бизнеса. Сегодня бизнес как-то мы делаем, как-то бизнес строим, но не все складывается так, как бы хотелось. Да? И вот мы с партнерами сидели и думали, чтобы такого сделать, какую-то такую программу или софт какой-то, программное обеспечение, сайт, может быть, который мог бы облегчить работу, упростить задачу, привлечь огромное количество людей, причем целевую аудиторию, чтобы развязать руки и, работая меньше, иметь все-таки результат получше. И, как нам кажется, видео не отображается у кого-то. Да? Но в данном случае я бы тогда советовал, наверное, вам перезагрузиться, потому что у меня с технической точки зрения все хорошо. Пожалуйста, поставьте плюсики, кто видео видит, у кого отображается видео прекрасно. Пожалуйста, поставьте плюсик. Да, значит, Богдан, тогда, пожалуйста. Ага, Оксана, и у тебя тоже не видно. Ну, ребят, перезагрузитесь тогда. Другого решения у меня нет, потому что тут как бы все нормально. Просто перезапустите еще раз ссылку на конференц-комнату, еще раз зайдите. Давайте я дам минуту для этого, да, приостановимся на минутку. Ну, на самом деле видео есть, и вот другие говорят, что им все видно. Не видно только буквально вот двоим или троим людям. Но здесь я, опять же, не в силе что-то сделать, потому что у меня все работает, все подключено. Слайды я имею в виду, да, видео я имею в виду слайды, картинка. Нет, видео я никакое не показываю, я имею в виду слайды. Слайды, если видны, все этого достаточно. Мое лицо, я думаю, не так важно. Ага, тогда все окей, ну тогда продолжаем. Мое лицо, думаю, не столь важно, вот есть моя картинка, фотография, да. Думаю, более важно тот продукт, который мы сделали. Так вот, продолжая эту тему, я хочу сказать, что, как нам кажется, нам удалось. Потому что на сегодняшний день мы имеем просто ошеломляющий результат, чего никогда в жизни не было, без системы, о которой сегодня пойдет речь. Значит, мы поговорим о тех инструментах, которые сегодня в сетевом мире, мы в сетевом бизнесе используем, которые не работают зачастую, и почему они не работают, мы об этом поговорим. Мы поговорим о том, как осуществить не просто дубликацию, продолжить в наших поколениях, в структурах, да, а как эту ситуацию распространить, умножить, приумножить, то есть с дубликации перейти на мультидубликацию. На самом деле есть такое английское слово multiplication, и вот именно перейти на multiplication. Multiplication в данном случае это не мультфильмы, к которым мы привыкли, да, а это повторение в геометрической прогрессии, которое уже неконтролируемо. Я думаю, мы бы все с вами хотели бы иметь именно такой бизнес, который бы разрастался мощно, и мы бы даже уже потеряли контроль над этим, да? Структуры бы строились, команды бы разрастались, соответственно, это бы влияло на финансовый результат, наверное, тоже, который рос бы в геометрической прогрессии, который бы просто нас, наверное, с ума бы свел, да, в такой ситуации. Вот, в принципе, это то, что мы предусматривали, создавая систему, чтобы система была на это способна и давала хотя бы приблизительно вот такой вид действия. Да? Ну и немножко коснемся обзор самой системы, то есть я покажу слайд, как система выглядит, расскажу о главных ее моментах, в чем преимущества, какие есть конкурентные на сегодняшний день системы нашей, да, и в чем наше преимущество.
по сравнению с другими. Я думаю, что мы с вами очень быстро, долго не будем, впереди ночь. Кому-то, может быть, завтра рано вставать, поэтому мы быстренько делаем обзор. Итак, почему 95%, ну, может быть, процент не очень точный, но, во всяком случае, приблизительно огромный вот такой процент сегодня терпит поражение в сетевом бизнесе, либо не имеет тот намеченный результат, который для себя прописали или имеют в голове. Да? Далее мы поговорим об ошибках, которые люди сегодня делают в бизнесе, которые мешают, опять же, достигать результата, и как построить многотысячную и многомиллионную структуру благодаря системе. Если бы вернуться лет 5 назад, наверное, слово многотысячную, а уж тем более многомиллионную, наверное, бы, ну как, ну я бы, наверное, ну я бы этого не чувствовал, наверное. То есть это какие-то большие очень цифры непонятные. На сегодняшний день я могу сказать, что это абсолютно реально построить огромные организации, многотысячные, сотнитысячные и так далее. Впереди мы об этом поговорим точно так же. Я думаю, что всем было бы интересно. Кому интересно, поставьте мне плюсик, а я иду дальше. Итак, как на сегодняшний день работают в основном в сетевом бизнесе? Спасибо, вижу реакцию, окей. В основном люди работают без системы, да, имеет каждый какие-то свои знания, какой-то свой опыт, понимание каких-то инструментов и вот выходит с ними, значит, в работу, да, в поле, как говорится. Люди получают ссылку от компании, по ней регистрируются, да, получают от компании какие-то маркетинговые материалы, с помощью которых привлекают партнеров. Возможно, опять же, на основании своего опыта создают какие-то, может быть, свои методы, и вот с ними также заходят на рынок и начинают работать. Да? И совершенно малое количество людей используют более или менее хотя бы комплексный подход, комплексную систему, которая действительно дает результат. Вот почему на сегодняшний день в сетевом бизнесе не так много людей, которые действительно зарабатывают огромные деньги. Их называют иногда гуру бизнеса, да, и так далее, большие лидеры, звезды сетевого маркетинга и так далее. Почему? Потому что это те люди, которые что-то поняли быстрее других и поняли, как нужно работать, да, что нужно создавать структуры, организации, наверное, каким-то несколько иным методом, да, или при помощи чего-то еще, о чем другие не знают. Вот, кстати говоря, говоря о системе, хочу сказать о таком человеке, достаточно известном в сетевом бизнесе. Его зовут Олег Григорьевич Пермяков. В каком-то смысле я могу сказать, что это мой учитель. Ну, по крайней мере, человек, который очень многое изменил или помог мне изменить в жизни, да, и, по крайней мере, повлиял на мою жизнь очень так серьезно и мощно. Сегодня он работает в одной из компаний, достаточно успешно, но у него есть система. Система, правда, такого немножко узкого направления, она работает только для его системы, для его, извините, бизнеса. Но что такое система? Вот я хочу показать силу системы. Бизнес, которым он занимается, ему приносит 30, может быть, 35 тысяч в месяц от его бизнеса. У него большая структура, он действительно гуру и, в общем-то, достаточно успешный человек. Но система его, сейчас как она называется Прав ТВ, она ему приносит до 300 тысяч. Представьте себе на секундочку. То есть его система ему приносит больше, чем приносит сам бизнес. А почему так происходит? Огромное количество людей входит. Почему? Потому что система грамотно продумана для этого вида деятельности и способна организовать большую работу. Вот что значит сила системы. Да? Мы несколько отличаемся. Не то, что отличаемся, сравнивать даже не стоит, потому что наша система абсолютно для любого бизнеса. Ее как шапку можно одеть на голову абсолютно любой бизнес-схемы. Бизнес-системы,
ну, окей, бизнеса, скажем так, да? Идем с вами дальше. Часто, если мы что-то умеем хорошо, да, мы, например, хорошие блогеры, или мы умеем сделать какую-то рассылку очень классно в интернете, мы знаем принципы какие-то штучки, дрючки, которые не все знают, да, то мы можем, используя эти вещи, достигать какого-то результата, может быть, даже относительно неплохого. Но проблема в том, что часто на таком человеке все и останавливается. То есть продублицировать это практически невозможно. Какая вероятность, что вы найдете в своей команде огромное количество, или каждый сможет сделать то же самое? Вероятность почти равна нулю. Это, в общем-то, невозможно. А следовательно, на этом бизнес останавливается. Потому что сетевой маркетинг – это абсолютно точно, 100%. Дублицируемая система развития. Если она не дублицируема, если она не дублицируется, бизнеса не будет. Это еще один важнейший аспект, который многие недооценивают, благодаря чему кто-то зарабатывает, а кто-то нет. Тот, кто это понимает, он зарабатывает. Кто не понимает, соответственно, терпит урон. Это важно понять. Поэтому очень важно все методы, которые вы делаете, которые мы делаем, да, рассматривать с точки зрения дубликации. Насколько это просто, насколько каждый это может сделать, ну и так далее. Еще есть один такой важный момент в сетевом бизнесе. Это то, что человек никогда не может привлечь лидера или человека выше себя уровнем. Это невозможно, потому что здесь идет, знаете, как сила личности, как brain ring, где лидер статусный, более высокого уровня, никогда в жизни не придет к новичку или к слабачку с его понятия. Да? Поэтому чаще всего, что мы привлекаем в бизнес, вы наверняка это могли замечать, не один раз, да, когда в вашей организации вы привлекаете людей вашего уровня, ну, за, может быть, редким исключением, но в принципе это работает так. Есть такое понятие, называется мини-я, и, к сожалению, оно происходит, избежать этого нельзя. И проблема такого рода происходит, что человек, который не очень-то знает бизнес, или, может быть, не очень умеет его строить, делать, привлекает точно такого же человека себе в бизнес, который абсолютно точно ничего не умеет, не знает. И вот такая дубликация происходит. Поскольку мы говорим, что дубликация – это неизбежная или важнейшая, или первая, первоочередная, да, процесс, первоочередной процесс в системе сетевого маркетинга, то вот такая дубликация происходит. Поскольку эта дубликация никогда не принесет результат, то мы это и наблюдаем сегодня. Результат люди не имеют или имеют за редким исключением, очень маленький и единицы, да, можно сказать. Это мы сейчас все с вами говорим о том, как это сегодня работает. Мы должны немножко об этом поговорить, чтобы понять преимущества системы. Да, ведь возникнет вопрос, да господи, что в этой системе такого ценного, такого невероятного. Вот мы должны сейчас это все понять. Далее, однобокость ведения бизнеса. Есть крайности, к которым сегодня люди прибегают. Одни работают исключительно в интернете, что является огромной ошибкой, да? А другие работают исключительно на земле. Возможно, в силу своей старой закалки, может быть, сложно перестроиться, а может быть, такие набрали обороты, да, в традиционных методах, что перестроиться иной раз, даже может быть облом, вот колесо крутится, пусть себе крутится, да. А на самом деле и первая ситуация, и вторая, она неправильная, крайне ошибочна, потому что, во-первых, сегодня огромное количество людей не просто живет в интернете, а из него, в общем-то, и не вылазит. Есть, конечно, и побочные эффекты, но мы не об этом. Мы о том, что если в этом сообществе, которое называется интернет, или в этом мире, огромное количество людей, то совершенно понятно, там необходимо строить бизнес, правда же?
Но точно так же никто не отменил личного общения, контакта с обыкновенным живым человеком. Да? И все равно, работая в интернете, в конце концов, сделку мы делаем из уст в уста. Это неизбежно. Но вот что можно и нужно взять из интернета, это целевую аудиторию, которая бродит там по закоулкам, да, ища бизнес, доход, лучшей жизни и так далее. Вот этих людей взять на себя, растолковать, рассказать, преподнести, взять под свое крыло и показать благодаря системе, как легко и просто любой может строить сегодня бизнес. Окей, движемся дальше. Дорогие друзья, здесь я не буду много разговаривать. Есть большие плюсы у интернета, есть большие минусы у интернета, да. Но мы поговорили, что есть полезная часть, и мы должны эту часть использовать и извлечь из этого максимум. Почему работа на Земле сегодня, если только работать на Земле, не включая интернет, почему это сегодня ошибочно? Потому что офисы сегодня пустые, опять же, по той причине, что все сегодня бродят в интернете. По живым офисам сегодня никто не ходит, и вы сами этому свидетели, вы наверняка обратили на это внимание, да, если мы возьмем 5-7 лет назад время, может быть, даже еще и меньше, то ситуация еще выглядела не так, да, люди ходили по офисам, проводились какие-то живые встречи, конференции, презентации и так далее. Сегодня интернет настолько разбавил нашу жизнь простотой, да, доступностью, безграничностью, что мы не хотим больше ходить по офисам. Зачем идти в офис, если можно, сидя дома, войти в онлайн-комнату и прослушать то же самое, да? И точно так же участвовать в этой онлайн-встрече, получить необходимую информацию. Это куда удобнее, согласитесь, да? Тем более, что если люди за день достаточно активны, они устают, то дома это прекрасно. Можно сесть чашкой кофе с бутербродами, может быть, даже в пижаме, да? И, в общем-то, ничего не пропустить. Скажем так. Тем более, что если мы строим бизнес и говорим о каких-то бэк-офисах, которые люди в интернете имеют, где есть какая-то статистика у людей, да, где есть, где сконцентрирована какая-то информация, то если мы уж говорим об этих офисах в интернете, да, то зачем их иметь вживую? Я не против офисов, наверное, они нужны, может быть, для административной части, но не более. Не более того, у меня офиса нет, никогда не было, и не знаю, будет ли, возможно, что не будет, я не знаю, нужен ли он студия, может быть, да, для создания там, ну, немножко мы другим занимаемся, да, но вот клуб, может быть, опять же, это может быть, да. Но офис для того, чтобы что делать? Там собираться, пить чай, что-то, не знаю, мне кажется, что это уже вчерашний день. И что еще? Отсутствие постоянной системы обучения. А вот это огромная проблема. Очень сложно научить толпы людей и дать им информацию, подать им информацию 24 часа в сутки. Сегодня, опять же, благодаря интернету мы с вами не имеем временных границ и можем связываться с другими континентами, вести бизнес, где время совершенно иное, не соответствует нашему. Там день, здесь ночь, там день. Так вот, опять же, нам нужен какой-то механизм или система, которая позволит человеку 24 часа в сутки быть в теме. Ну, окей, не буду забегать вперед, поэтапно мы подойдем. Мне все хочется о системе больше рассказать и начать, да, но мы сейчас к этому подойдем. Итак, мы поговорили, что очень важно делать бизнес и в интернете, и вживую продолжать его делать, да? То есть использовать интернет как инструмент, чтобы людей привлечь, и обычный метод использовать, чтобы с этими людьми поговорить, встретиться, показать себя, да, и сказать несколько таких слов, чтобы человек сказал, да, вот с этим человеком я с удовольствием пойду нога в ногу, и у меня есть уверенность или чувство, что с этим человеком меня ждет успех. Расфокусировка. Сегодня
Если вы заметили, многие люди бегают по огромному количеству разных бизнесов. Редко сегодня встретишь, на удивление, редко встретишь сетевика, который занимается одним делом. И у меня есть ответ, почему. Да и вы наверняка его тоже знаете, этот ответ. Потому что если человек не заработал деньги в относительно быстрый первый период своего старта в бизнесе, у него теряется интерес. И, соответственно, приходят мысли, ему кажется, что этот бизнес не совсем то, что может дать результат. Да? То есть это ошибка там или еще какие-то, он находит для себя оправдания. Попадается или подворачивается другой бизнес, он в него входит с надеждой, да, с уверенностью, что этот бизнес, наверное, лучше. Там он терпит опять такое же поражение, идет в третий бизнес, и это не имеет конца. И зачастую начинаешь думать, ну вот люди, которые, может быть, далеки от сетевого бизнеса, могут со стороны наблюдать такую картину и думать, что какое-то несерьезное отношение, и совершенно правильно. Но причина именно в том, что люди не зарабатывают денег, они, зная, как бизнес строить, начинают ходить и искать причины во внешней среде, да, хотя проблема на самом деле внутренняя, человек не знает и не умеет, и это большая беда. И в нашей системе мы опять же, не будем забегать, опять мы сейчас подойдем к этому. Окей, идем с вами дальше. Сейчас мы можем два слова сказать о фокусировке, да, то есть дятел, который рубит огромное количество раз в одно место и получает результат. Я думаю, что если бы дятел бил по разу в 1000 деревьев, вряд ли бы получил результат, да, но он делает это сосредоточенностью в одно место, да, с одним деревом он это исполняет, и, соответственно, имеет результат. То же самое мы можем видеть на картинке. Увеличительное стекло, которое фокусирует в одну точку и зажигает огонь. Да, солнечную, я имею в виду луч, фокусирует в одну точку, разжигается огонь. Очень хороший пример, кстати, для фокусировки. Окей, вот теперь мы подойдем к решению. Как же все-таки, зная вот все эти трудности, переживая их каждый день, вот все-таки облегчить себе жизнь. И вот есть на самом деле решение, которое мы сегодня спроектировали, создали, уже имеем результат, имеем энное количество партнеров, серьезные компании, не буду называть, но поверьте, компании-лидеры сегодня в странах СНГ, которые пользуются нашими услугами, да, которые сейчас, вот, с которыми мы сейчас работаем, разрабатываем для них эти системы. Итак, четкая пошаговая система обучения с пошаговым алгоритмом действий, которая, ну, здесь немножко сказано неправильно, за вас делает 100%, ведет 100% к успеху, да, это правда, но, конечно же, не автоматизировано на 100%, в том смысле, что это не таблетка, которая положит в ваши карманы миллионы, но это инструмент, который гарантированно приведет к вам, услышьте меня сейчас, огромное количество людей, целевой аудитории, это ключевое слово, то есть как материал для работы, да, как сырье вы получаете в руки, его не надо искать. Причем это те люди, опять же повторюсь, которые заинтересованы непосредственно в вашем предложении, в вашем бизнесе, в том роде деятельности, которым занимаетесь вы. Они придут к вам, и ваша задача теперь провести с ними грамотную работу. Но в системе есть масса инструментов, система продумана, которая будет дорабатывать этих людей на автомате. Это очень важный момент. Надо понять, что существует психология восприятия информации. И с точки зрения науки в этом вопросе, в эту систему положен вот этот материал очень правильно. Здесь есть система рассылок, которые идет не хаотично, а по определенному циклу, идет по определенной последовательности. Кое-что в видеороликах, потому что видеосюжеты, видеоролики сегодня это основа передачи информации. Сегодня люди читать не хотят, у них нет времени, не то что у людей нет времени,
Сегодня мир так быстро меняется, вращается, движется, что просто нет времени остановиться на 2 минуты еще можно, может быть, что-то почитать, и то, наверное, это долго. Но на 3-4-5 минут точно у людей уже времени нет. Поэтому сегодня все переходит к восприятию с видеосюжета, причем который точно так же должен быть грамотно выстроен и не быть там дольше определенного времени. Вот все вот эти моменты важные, они вложены сюда, в эту систему. О чем идет речь? Значит, если вы заметили, многие люди, которые сегодня делают одностраничные сайты, личные блоги, кстати, сегодня очень много людей делают блоги, да, это не важно, он работает или нет, чаще не работает, потому что профессионалов мало в этой области, но, тем не менее, люди это делают, потому что они думают, что это принесет им результат. Доски объявлений и многие-многие другие вещи, и зачастую выстреливают у единиц, потому что мало профессионалов. Есть профессионалы, вот они получают от этого результат. Но все равно ты не можешь быть профессионалом во всех вот 7 позициях, хотя это не все, есть еще можно много перечислить. То есть во всех вы профессионалами быть не можете. Это невозможно. А статистика вообще говорит, причем научная статистика, которая говорит, что одинаково хорошо человек может делать только одно дело. Это значит, что весьма хорошим вы можете быть только в чем-то одном. Или классным блогером, или сумасшедшим профессионалом в одностраничных сайтах, донося какую-то информацию правильной аудитории, или рассылку, ну, в общем, и так далее, и так далее. А представьте себе, что было бы важно объединить это все каким-то образом, причем так, чтобы каждый человек, который вообще далек от технологии, мог, воспользовавшись этим, получить результат. А воспользоваться очень просто, точно так же, как сковородку поставить на конфорку, да, подпалить и бросить туда яйцо, и оно готово. Я не знаю сегодня человека, который бы, не умея готовить, не мог приготовить яйцо. Наверное, это может каждый человек. Вот представьте себе точно так, да, когда любой возьмет и сделает, очень просто. Более того, есть видеоинструкции, грамотно сделаны. И если человек сделает все четко, пошагово, как там сказано, однозначно вы получите результат. Поверьте, продумано настолько глубоко, так долго думалось об этом, выравнивалось, улучшалось, что практически я могу сказать, что доведено, чуть ли не до совершенства. Конечно, не до совершенства, ни в чем нет совершенства, и для совершенства никогда нет границ. Но наряду с этим эта система будет всегда усовершенствоваться, и всегда будут учтены какие-то вещи, которые время меняет, да, добавлены обязательно, чтобы опять же идти в ногу со временем и давать результат. Итак, идем с вами дальше. Об офлайне я не говорю, потому что это давно, наверное, все понимают, что расклейка объявлений и прочие другие вещи, это совсем не попадание в десятку. Так, здесь я пропущу, слишком философски. Вот здесь, так, чтобы вам было интересно, несколько моментов о видео, пожалуйста, вы можете обратить внимание. Сегодня, например, на одного человека, который просматривает рекламу через ноутбук, на него приходится 3, которые просматривают через мобильный телефон. И на этой картинке говорится о том, насколько видео сегодня прогрессирует. Если реклама человека идет сегодня через видео, у него больше шансов на успех, нежели у того, кто сегодня много пишет. Окей. И собственно, мы подошли к системе, что она в себя включает. То есть есть некий цикл. Прошу прощения, попью водички. Есть некий цикл,
которые важно соблюсти для того, чтобы получить результат. И вот что, представьте себе, что у вас есть какой-то сайт, например, да, который красиво, грамотно сделанный, где человек заходит и видит грамотное видео, которое его привлекает. То есть привлекает то, что в этом видео происходит. Да? И все, что человеку надо, это зарегистрироваться. Регистрация происходит по реферальной ссылке, соответственно, чтобы не была потеряна связь между вами и вашим партнером, то есть та связь, которая у вас происходит в вашей компании, да, в которой вы работаете. То есть эта система, она как проводник, да, она как система обучения. Вот если вы знаете, есть компания Amway, и у нее есть система обучения Network 21. Вот в принципе можно такую аналогию, наверное, провести, что Grand Union это где-то то же самое, только плюс она еще систематизирует ваш бизнес и автоматизирует. И в будущем, если на сегодняшний день она не автоматизирует на 100%, потому что есть ваше личное вовлечение, где что-то нужно сделать ручками, я об этом скажу, то в будущем не нужно будет делать ручками, потому что мы сделаем ее полностью автоматизированной, да, чтобы человек вообще ни о чем не парился, полностью лишь туда зайдя, чтобы поток шел к нему автоматически. Сейчас мы об этом немножко поговорим. Итак, представьте себе, что есть сайт, вы регистрируетесь, или, предположим, вы уже как бы воспользовались этим, и у вас есть ваша реферальная ссылка, которую вы даете вашему партнеру. Что происходит? Очень важно, чтобы был продающий сайт, грамотно сделанный, чтобы была регистрация с этой системы в ваш бизнес, в вашу компанию, ту, которой вы работаете на сегодняшний день, да? Далее, чтобы с этого личного кабинета была регистрация, да, в ваш бизнес, чтобы была внутри система обучения грамотно продуманная. Например, наши партнеры в компании, на которой мы сейчас тестируем наш продукт, да, ну, уже не тестируем, уже как бы они используют ее, но можно еще так говорить, что тестируем, да. Что я хотел сказать, улетел с головы, прошу прощения, сейчас секундочку, отмотаю назад. Ладно, потерял какую-то связь, ну, неважно, движемся с вами дальше. Итак, система обучения. Представьте себе, что если мы здесь говорим в этой системе, вы сейчас поймете, о той масштабности, о которой идет речь, мультипликации, да, о которой мы говорили, дубликация дубликации, то у вас никогда не будет времени на то, чтобы сидеть и разжевывать своему новенькому партнеру детали бизнеса. Вот эта система построена так, что человек туда зайдет, очень грамотно получит совершенную информацию о том, что надо делать, о продукции, о каких-то, может быть, акциях и так далее, все, что происходит в компании. Это грамотно будет изложено внутри этой системы. И вот сейчас огромное количество людей обучается, более сотни человек в сутки, каждые сутки, а то и больше, обучается, когда мы к этому не имеем никакого отношения. Система увеличивается, растет за 3 недели 6 тысяч человек. Кого интересует такой результат? Наверное, многих. Да? Кого бы интересовал такой результат, пожалуйста, поставьте плюсик. Но мы сегодня говорим о десятке и о сотнях тысяч людей. Мы, давая в использование эту систему, создавая ее, допустим, для той или иной структуры, не просто даем вам механизм, пользуйтесь и все, да? То есть не просто возьмите движок и делайте с ним, что хотите. Сегодня многие так работают. Это, кстати говоря, отличает нас от многих других. Тем, что мы ведем вас к результату. Пока вы не получите, мы как бы заявляем о 100-тысячной организации. Конечно же, это влияет также, смотря какой бизнес, да, насколько бизнес сам масштабный. Но, в принципе, вот работая с крупными компаниями, структурами компаний крупных, да, мы заявляем, что пока мы, ваша организация не станет 100 тысяч, мы от вас не отстанем. Когда вы станете 100 тысяч, вы тогда уже будете дальше
без нас знают, что делать, но мы все равно будем, понятное дело, поддерживать технически саму систему и так далее, да? Вот это очень важно. Далее, после системы обучения важно рекламный процесс. И вот что, дорогие друзья, мы делаем в нашем рекламном процессе. Мы не делаем спам, это очень важно. Спам не работает, можно тысячами, десятками тысяч отсылать писем, кому угодно это работать не будет, потому что доверия нет. В интернете, как ни крути, да не только в интернете, если вас человек не знает, то вряд ли что-то у вас может произойти. Да? Что мы используем? Мы используем сервисы рассылок. Есть авторы, у которых есть подписчики, десятки тысяч людей по той или иной тематике. Это чтобы вы понимали, откуда берется целевая аудитория. Это важный на самом деле момент. И у этих подписчиков есть доверие к своему автору. Да? То есть эти подписчики большое количество времени уже слушают или получают информацию от этого автора. И мы через этого автора действуем в уши этих подписчиков, выбирая ту или иную тематику нас интересующую. Вот откуда берется целевая аудитория в большом количестве. Вам приходит это количество в сутки от 100 до 300 в сутки человек. Ну, опять же, смотря в каком количестве делать рассылку, может быть до 300, я немножко преувеличил, но от 100 до 200, до 250 абсолютно точно. Скажите, пожалуйста, вот вопрос у меня такой. У вас на сегодняшний день есть сутки от 100 до 200 человек, которые к вам пришли просто, сказав, расскажите мне? Вы каждый прекрасно знаете, сколько у вас в сутки есть человек, с которыми вы проводите время, говоря ему о бизнесе, привлекая его в вашу систему бизнеса. Да? Это может быть несколько человек. Да? За редким исключением это может быть 10 человек, и это если человек... Ну, грызет, можно сказать, что называется, то есть делает бизнес, но очень активно и упорно. На самом деле, такого сегодня не происходит. А вот наша система, благодаря вот грамотному подходу, генерирует данную ситуацию. И вот на будущее, вот это уже я сейчас ломаю голову, поскольку вопрос отчасти моей компетенции, а как сделать так, чтобы... Вам не пришлось этого делать, потому что вот эту часть вам придется делать самостоятельно, но получая пошаговую инструкцию, что и как нужно сделать. Как зайти на тот или иную систему рассылки, что конкретно сделать. То есть, ну реально, не нужно ничего додумывать. Вот просто шаг первый, шаг второй, шаг третий, и тысячи людей получают информацию, и к вам приходит огромное количество людей. В будущем мы сделаем так, что это тоже будет на автомате, и тогда я смогу с полной уверенностью сказать, что система полностью автоматизирована, и равных нам не будет. Как это делается, есть Google механизмы, есть Яндекс механизмы и прочие другие. Да, сегодня все поисковые системы знают, кто вы, выходя вы в интернет со своего компьютера, со своего IP-адреса. Да? Если вы замечали, вы можете вытереть кэш и куки, полностью очистить, и вы чистенькие совершенно выходите в интернет, попробуйте, напишите в поисковой системе, например, я не знаю, носки или что-то еще, наушники, и вы заметите, может быть, не с этой минуты, но очень быстро вы заметите, что куда бы вы потом в интернет не заходили, у вас будет где-то реклама носков, наушников и всего остального. Почему? Потому что моментально вы, когда выходите в интернет, делаете какой-то запрос, на том или ином поисковике, они вас отслеживают. Теперь они знают и собирают ваши интересы. И вот благодаря этой базе можно в режиме реального времени получать аудиторию, которая целевая, согласно интересам вашего бизнеса. И получать этих людей, а это еще, дорогие друзья, большее количество людей, причем это в реальном живом мире, в котором не иссякает сегодня человек интернет. Да? Но это в будущем. Но мы очень серьезно над этим думаем, потому что нам очень хочется довести до совершенства, чтобы было удобно и хорошо делать бизнес с этой системой. Окей. Вот такой цикл, который замыкается и дает абсолютно полную картину и абсолютно полное завершенное действие, которое приводит ваш результат. Okay.
идем с вами дальше. Итак, в такой системе легко сделать дубликацию, потому что зарегистрироваться по ссылке, пройтись по разделам, если продукция интересует, а продукция, если обучение интересует, обучение, там у вас есть календарь, в котором подписаны ваши онлайн-конференции, в котором вы можете прямо с него, с этого календаря нажать и выйти на вашу конференцию. Если кого-то интересует что-то еще, это все вложено в эту систему. Человек очень легко может обучиться, изучить продукцию и так далее, и так далее, и так далее. В компании, в которых вообще огромное количество продуктов, да не каждый партнер знает даже все это количество. Возьмите Amway, там столько товаров, это не очень на самом деле хороший пример, но почему-то так запомнился мне. Там столько товаров, что никто их не может знать. Представьте себе, как можно вовлечь человека в бизнес, а ты ничего не знаешь. Или не можешь, потому что ты не можешь все знать. Следовательно, ты не профессионал. А вот была бы система, человек бы дал, что ему интересно, он зашел и не просто прочитал, как на сайтах, да, никто же не читает, мы же опять же говорим об этом. А вот грамотно получил информацию, коротко, за одну минуту, ему все стало понятно. Супер! Любой может это сделать. Любой может дать ссылку, и любой может зарегистрироваться. Это все, что необходимо. Это может сделать каждый, поэтому ситуация дублицируется очень легко. И у вас, у каждого в ваших поколениях, потому что это просто, люди начинают делать то же самое. Что происходит? Происходит массовая рекламизация в интернете вашей компании, вашего продукта, и к каждому приходит огромное количество людей каждый день. Да, с ними надо работать, но их не надо искать. Причем это люди, которые так или иначе заинтересованы в вашем предложении или приближены к нему как минимум очень близко. Да? Такая ситуация, дорогие друзья, превращается в мультипликацию. Начинает происходить действие, которое остановить уже невозможно. Вы знаете, мы вот, опять же, компания, на которой тестируем сейчас, ну, опять же, тестируем неправильно уже говорить, но я продолжаю говорить тестируем, потому что такая была договоренность, что мы пробуем, и оно так и остается. Пробуем, но уже активно все работает давно. Так вот, недавно мы переходили на другие сервера, меняли, да, и двое суток, мы планировали сутки, но получилось двое суток не работал ресурс. Ну, так получилось. Вы бы видели, что происходило. Люди нам сообщали, что без системы уже они работать не могут. Все, систему забрали, и как без рук. Невозможно. Привыкаем мы к хорошему очень быстро, да, причем к тем вещам, которые облегчают жизнь. И когда эти вещи из рук ускользают, конечно же, без них уже невозможно. Для нас это было очень серьезным таким, ну, подтверждением того, что мы делаем правильное дело. И, конечно, мы будем продолжать это дело делать. Окей. Итак, система Grand Union, милости просим. Выясняйте для себя, узнавайте, что это такое, пробуйте. Системой можно попользоваться, попробовать бесплатно, чтобы люди, так сказать, ну, понимали, что они берут в руки, да? Полным ходом, пожалуйста. Сейчас, может быть, еще несколько слайдов мы просмотрим. У нас есть методика, которой мы обучаем тех людей, которые берут нашу систему в руки. Методика называется 12. Это методика, которая принесет вам миллионную организацию за короткий период времени, относительно. За относительно короткий период времени. Это очень эффективная система. Это абсолютно практические механизмы системы. Это, можно сказать, секретный тайный механизм, который мы предоставляем и демонстрируем только тем людям, которые пользуются нашей системой. Мы сами активно используем этот механизм. Он проверенный, рабочий на 100%. Окей? Вот так выглядит самое начало сайта, где грамотное, красивое видео, которое, в общем-то, ну, очень хорошо, очень объемная, очень глубокая, хорошая, классная, очень активная, интенсивная, позитивная, положительная, а главное насущная. Вот такой комментарий могу дать. Можете через вашего спонсора зайти на сайт в будущем, посмотреть, изучить и так далее. Главная страница, что она делает?
она должна привлечь участников в бизнес, объяснить какие-то важные моменты, а главное зажечь. Зажечь искру, вот что важно. На первом этапе никто не способен принять информацию на 100%, как хотелось бы, да? Это невозможно, но зажечь искру – это возможно, вот это цель. В системе настраивается легко профиль, там есть видеоуроки, есть счетчик, который в режиме реального времени показывает регистрацию людей. Это, конечно же, влияет на всех. Послушайте, многие эти счетчики рисуют у себя. И есть разные системы, которые в основном не работают, они, не, в общем-то, системами не должны называться. Есть несколько хороших тоже в интернете систем по продвижению, но там все равно отсутствует очень важная, главная составляющая, где мы изучили все эти моменты и понимаем, что наша система должна иметь больше результативности и успех, чем какая-либо другая, потому что мы ведем нашего клиента до победного конца. Это наша как бы... Это наш взгляд, это наша миссия, если хотите. Можете так это понимать. То есть мы заинтересованы в результате, как коуч, да, как коуч. То есть берем структуру, если вы взяли нашу систему, то мы с вас не слезем, пока вы не сделаете результат. Это наше имя, это наша позиция и так далее, и так далее. Окей? Я здесь пройду мимо, здесь несколько слайдов с уклоном на другую компанию, которую мы демонстрировали это, да. Ну, я думаю, что на этом, наверное, можно практически заканчивать. Значит, что мы прилагаем к системе? Мы прилагаем себя, основатели, вот я и моя команда, мои партнеры. Вот у меня есть мой близкий партнер, это Юрий Украинчук, который должен был вместо меня сегодня с вами общаться, но что-то у него с голосом случилось, простыл, заболел, и я принял за честь, чтобы с вами общаться сегодня. Вот мы очень... как бы, ну, серьезно берем это на себя. Проводить тренинги, необходимое обучение для людей, которые, для команд, для структур, для лидеров, которые берут эту систему, ну и так далее, полностью полная поддержка. Да? Итак, какие выгоды принесет наша система, система Grand Union, ваш бизнес? Да? Что она принесет в ваш бизнес? Значит, во-первых, это возможность построения огромных организаций за короткий период времени. То есть, я напоминаю, что это не таблетка, которая принесет деньги в карманы, это механизм, инструмент, который привлечет огромное количество людей для вас и систематизирует их внутри системы. Вы сможете видеть, кто в каком поколении, когда заходил, в чем заинтересован, на каких страницах сайта был. Это всегда позволит вам понимать, что ему необходимо. То есть это всегда более эффективно поможет вам общаться с тем или иным потенциальным партнером. Поверьте, это так работает здорово. Да, плюс человек зарегистрированный получает 9 писем к себе на почту, которые правильно, опять же, сделаны и организованы, с определенной цикличностью, с определенной информацией, которая доделывает также свою работу до конца. Это тоже очень важно. Далее, возможность партнерам получать бесплатную систему, брендированную под вас, опять же, чтобы вы могли оценить, насколько эта система вам нужна. Далее, ну, личный сайт, понятно, вы освобождаете себя, не скажу на 100, но на 90% своего времени, абсолютно точно. Потому что ваша задача заниматься отбором людей, а не, вернее, не столько, я бы сказал, их поиском, как отбором, да? Но как же производить отбор, не делая поиск? Тем не менее, это забирает огромное количество времени, иногда ты понимаешь, что оно тратится впустую. В данном случае система и людей находит, и находит целевую аудиторию, заинтересованную в вас, да? То есть с этими людьми всегда удобнее работать.
А по системе 12 вы поймете, как с этим потоком людей очень легко превратить это в серьезные деньги, в серьезную организацию. Далее, вы повысите уровень доверия к вашему бизнесу. Да? Всегда высокие технологии, они привлекают. Да? Они говорят о другом уровне совершенно. И как раз это та ситуация, где можно так и сказать, что система показывает уровень совершенно другой. Далее, однажды правильно построив или настроив систему, а настраивать ее очень просто, есть профиль, как в социальной сети, где вы просто внесли свои данные, по шагам сделали сказанные, и все, система работает для вас 24 часа в сутки. Это поражает разум на самом деле. Опять же, однажды испробовав, мы даже слышали такой возглас, что вот барышня говорила, что это прекраснее, чем секс. То есть, когда она получает результат от большого количества приходящих к ней людей, то есть она испытывает такое несравненное эмоциональное возбуждение, да, что вот представьте себе, вот такие возгласы мы слышим. Ну и абсолютно легкая дупликация. Да, не надо создавать сайтов, не надо создавать блогов, не надо рассылки делать по какой-то куче досок объявлений в интернете и так далее. Послушайте, на это тратится огромное количество усилий времени. Результат мелочный или нулевой практически. Не надо создавать велосипед, вот есть система, она работает. Попробуйте, и без нее вы уже не захотите, это гарантия. Окей. В принципе, на этом моя, можно сказать, проповедь закончилась. Вам решать, вам оценивать, пожалуйста, присоединяйтесь. Напомню еще раз, что мы действуем по методу коучинга. Если вы берете систему, вы гарантированно сделаете результат, потому что мы вам не позволим его не сделать. Для этого создана эта система, для этого в нее вложены деньги, такая система, ее разработать стоит немалых денег, и вложены сюда деньги по той причине, что есть абсолютная уверенность в ее работе, а главное желание, чтобы эта система сделала то дело, ради которого она создана. Окей, я благодарю вас, я не знаю, Оксаночка, напиши мне, могу ли я ответить, если у кого-то есть вопросы, а если нет, то тоже напиши мне, и мы тогда попрощаемся и уже дальше будем ожидать вашего решения. Значит, как и где попробовать все?